Алапаевск. Провинциальный заштатный городок, показавший свой неординарный характер и собравший в своей истории судьбы людей с мировыми именами. Молоты металлургического завода, как стук сердца, дали городу жизнь. Словно нити рельсы узкоколейной железной дороги связали металлургические заводы Алапаевского горного округа. Она до сих пор является самой протяженной действующей дорогой в России. Дом с мезонином все еще помнит времена семьи Чайковских. Именно здесь родились братья-близнецы, и именно здесь маленький Петя играл на рояле. Свое первое произведение, записанное нотами, вальс «Анастасия», он посвящает алапаевской гувернантке. А из окон дома он слышал, как переговариваются колокола двух главных храмов города – Свято-Троицкого собора и Екатерининской церкви. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова почтила этот город своим присутствием и осталась здесь духом навсегда. Как и 3 столетия назад, первый каменный храм на Урале является духовным центром города. А соборная площадь собирает гостей города на праздники, гуляния и даже балы. Вальсы, мазурки, котельоны — все привычно и торжественно. Цветущий, уютный, старинный и такой родной для всех и каждого, кто хоть раз в своей жизни побывал в нем. Течение времени как будто останавливается здесь, замирает. Жизнь течет здесь. Она течет здесь по своим законам. Порой поражаешься, как один маленький городок Урала смог вобрать в себя столько событий. Самобытный, узнаваемый на карте России, радушно встречающий гостей со всех уголков мира. Алапаевск. Маленький город с большой историей.